Всем привет, ребята, с вами Лашка, и вчера была пятница, но я забыла забрать подарок с почты, так что идем забирать его сейчас. Заходим на почту. Берем билетик. Отдаем его Крампету и получаем подарок. У меня тут два, потому что, по-моему, в прошлую пятницу я тоже забыла забрать подарок. Давайте откроем. Оп. А, или это нам за раз два? В общем, я не знаю, честно. Потому что в прошлую пятницу я, по-моему, тоже не забрала подарок. В общем, здесь у нас вот такой вот рюкзачок прикольный. В виде леопарда и с вот таким вот брелочком в виде лапки. И также игрушка тоже леопард. Вот так вот. Ну, это, скорее всего, конечно, к новому обновлению. К садику, опять же. В общем, вот такие вот миленькие предметы. Но подарочек, правда, очень милый. Мне нравится. Прикольно подходит к новому обновлению. Давайте уберем на полочку. Вы пишите свое мнение по поводу подарка в комментариях. А на сегодня, я думаю, это все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. А также подписывайтесь на мой YouTube, Яндекс.Дзен и ВК. Всем пока-пока!